Доброе утро, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак. Сегодня посмотрим одну из торговых стратегий, которая входит в набор стратегий RoboForex. И эта стратегия будет импульсной, то есть как бы стратегия, которая рассчитана на то, что есть стартовый импульс на движение той или иной валютной пары, есть авторская система по получение этого отслеживания импульса на базе торговой платформы Timora Pro и получение, собственно, точки входа. Дальше, ну, собственно, давайте я покажу. Значит, сегодня у нас 17.09, это понедельник. Давайте попробуем посмотреть прошлую неделю с 10 числа. Вот у меня понедельник 10. Посмотрим, что это торговая стратегия, как она работает и что она бы дала. Значит, в данном случае эта стратегия рассчитана на входной, на депозит. Ну, здесь вот, например, стоит $5000, но она вполне работает и на депозитах меньше. То есть, ну, депозит меньше $2000 я, в принципе, не рекомендую. Ну, хотя бы 2-3 тысячи долларов. Давайте посмотрим, как это было бы. Вот здесь стоит сразу же стоп по лимит потерь дня. Видите, стоп маленький, $100 всего. То есть это, в принципе, применимо даже для депозитов $1000. Ну, для $2000 дневной стоп $100 – это вообще копейки. Это достаточно маленькая цифра. Ну, собственно, наблюдаем, что будет у нас с вами происходить. И стоит Total Dollar Target дня, да, то есть, как бы, если достигнута цифра 300 долларов прибыли, то стратегия сама выключится. Эти цифры вы, собственно, меняете самостоятельно, то есть, в зависимости от депозита. Высчитывается входной лот. Здесь, например, депозит $5000, соответственно, входной лот будет в процентном соотношении высчитан от этого депозита. Если вы поставите сюда свою цифру депозита, то входной лот будет считаться автоматически в процентном соотношении от этой вашей уже суммы. То есть сделано все так изначально, для того, чтобы вам не приходилось делать много ненужной работы, которую за вас может сделать, скажем, машина. Причем, видите, часть позиций отменяется, если вход не произошел по той или иной причине, проходит определенный период времени. Вот так как сейчас тоже была сработка, не произошла, машина отменяет. То есть, если условия изменились, да, алгоритм, паттерн уже не тот, то машина успевает отменить эти позиции. Опять же, то, что человеку сделать сложно. Да, то есть, как бы, Таймура изначально писалась вот этот блок менеджер стратегии как раз для того, чтобы облегчить труд трейдера. Да. Если хотите торговать руками, пожалуйста, сделайте себе сканеры. Ну, вот они здесь, у меня их куча. Пробой консолидации там и так далее. Значит, пока машина работает, ищет эти паттерны, скажу, что сейчас продается стратегия только в составе коучинга, то есть, как бы, не хочу продавать отдельные куски стратегии, потому что все-таки людям надо немножко понимать, что происходит, почему именно так построено и так далее. Окей. Значит, вот открыто несколько позиций. Давайте посмотрим, как это происходит. То есть, вот у нас открыт еврофранк, да, и доллар-иена. Давайте доллар-иена посмотрим, неважно. То есть открыто 15 микролотов, да, это полтора полных лота, например, в данном случае. И вот как это выглядит. Значит, эта стратегия, именно эта стратегия, включает в себя стопы. Сразу скажу, что как бы не для всех стратегий я рекомендую использовать именно стопы. Но именно эту стратегию, она импульсная, то есть здесь смысл в том, что, вот, например, по еврофранку, да, мы нашли, машина увидела точку входа, давайте посмотрим. Вот, например, 13 микролотов открыто, да, машина увидела импульс, вот она, раз, и вот сейчас тоже показательная вещь, видите, через определенное количество пунктов машина самостоятельно перевела эту позицию в безубыток, да. Все, дальше вы уже не парите себе мозг. Теперь следующий вопрос, что вы можете делать? То есть, если вы находитесь за монитором в этот период времени, да, вы увидели, что идет активное движение и так далее, вы можете еще больше денег заработать. То есть вы можете подождать, да, пока пройдет вот этот вот первый откат, грубо говоря, да,
Ну вот она сделала первый импульс. Давайте построим здесь сеточку. И вы можете, в принципе, дождаться отката и добавиться так серьезненько сюда, понимая, что вы заработаете по-любому. Причем, например, я бы это сделал так. Я бы зашел крупно, но на мелкое количество лотов, потому что вот этот основной лот, который машина сделала, он принесет вам уже прибыль, да? То есть, как бы, его мы оставляем надолго. То есть смысл вот этой операции всей в том, что вы можете таким образом поймать движение даже на неделю. Понимаете? Например, если это будет смена тренда в данном случае, ну, по крайней мере, вот сюда эти цифры должны прийти, этот график должен прийти. Вот эта точка, потом эта точка. Да, то есть как бы вот это те уровни, к которым идет цена. Поэтому если вы находитесь за монитором, перед временем вы увидели, да, можно крупно доливаться и заходить, брать небольшое движение, понимая, куда это все двигается. Потому что машина за вас сделала основной объем работы. То есть, собственно, вот так деньги зарабатываются. Вы должны воспользоваться преимуществом, да, которое дает вам как бы техника. Окей? Да, то есть как бы, смотрите, если я здесь тупо сейчас вот понаоткрываю здесь позиции, вот видите, я увеличил, хоп, машина подтягивает это автоматом, видите, стало 23, сейчас еще 2 добавлю, я добавляю по цене, как бы, то, что называется, ну, по рынку, соответственно, не самые лучшие входы, но видите, вы уже в плюсе. И при наличии продолжения этого как бы движения вы автоматически заработаете в разы больше, да, как бы, и при этом у вас есть гарантия, что вы ничего не потеряете. Ну просто тут без фанатизма тоже надо, да? Как бы. Можно добавить также те позиции, которые вы открыли вот в стратегии. Вот 25, видите, я добавил, стало 25 и 25, и она опять перевела эту штуку без убыток. Это незаменимая просто вещь. Надеюсь, вы это понимаете. Для трейдера. Потому что первая машина сама нашла вход. Второе, вы воспользовались ситуацией, быстренько долились, при желании, опять же, и заработали в этот день, например, прибыль за неделю или за месяц. Дальше себе спокойно занимаетесь своими делами. Окей? Давайте посмотрим еще какой-то день. Например, следующий. Не буду длинно расписывать. Здесь логика, просто я хочу, чтобы вы видели логику, как строится именно импульсная стратегия, как она создавалась и почему. Еще раз напомню, что все импульсные вот эти стратегии, они работают со сканером. То есть стоят определенные условия. Эта стратегия даже немножко сложнее, то есть я как бы не раскрываю там, какой у меня алгоритм поиска входа, но в теории именно он начинается в любом случае с анализа паттернов, которые присутствуют сейчас уже в рынке по той или иной паре, да? И уже потом этот паттерн проверяется на дополнительные условия, критерии, да? Там ценонаправленность и так далее. Или если это импульс, то это может быть пробой какого-то диапазона. Там, здесь видите, например, 5-минутная консолидация, наша цена франк иена, да, была, соответственно, здесь мы находимся в такой позиции. Ну, подождем следующего входа, посмотрим. То есть в данном случае вы видите раз, два, три стратегии, которые FX Track это просто сопровождение позиций открытых вручную машинкой, чтобы все видеть в едином окне, даже если вы руками торгуете, чтобы все стратегии вы видели в едином окне. Например, что имеется в виду? Если мы видим, да, что сейчас иена падает, соответственно, растут ее как бы кроссы. Если я вот сейчас просто без стратегии ручками открою одну позицию, то я ее буду видеть здесь в стратегии FX Track. Видите, вот она появилась. Вот открыла позицию машина, значит, евро-австрал. Вот в такой ситуации она увидела здесь импульс. Ну, не вопрос, возможно. Здесь понятное дело, что не всегда прямо оно пойдет туда, куда нужно, да. Но в целом намного это облегчает жизнь, конечно, трейдера, потому что два варианта. Вы можете как бы подключить автомат на реал.
Второй момент, например, если вы за компьютером, опять же, и, ну вот машина сама, видите, перевела, опять же, в безубыток, то есть, опять же, здесь вы уже, опять же, если вы находитесь за компьютером, можете посмотреть, добавляться, не добавляться, опять же, вы можете добавиться много, но коротко, то есть, чтобы большим лотом, но там 10 центов взять, понимаете? Это одна из таких техник, которая тоже может быть интересна. Или же вы можете ждать там крупного движения, продолжения движения в вашу сторону там и так далее. Опять же, это если вы находитесь за монитором. Если за монитором вас нет, машина работает в режиме автомата, то достаточно. Вы просто вставляете стратегию, она себе работает. Вот, все само в безубыток переводится. Видите? Здесь, в принципе, для депозита там 2-3 тысячи долларов, 50-100 долларов в день вполне можно делать. Ну, скажем, 50, например. Можно делать и 1000, просто, ну, я имею в виду с нормальными рисками, да, без фанатизма, если. Ну, в целом вот такая система. Значит, если вам интересен набор стратегий RoboForex, это не единственная стратегия, которая входит, и не две, и не три их там. Но повторяю, сейчас стратегия денег не продаются. Во-первых, мне это невыгодно. Не хочу эти копейки собирать с народа. То есть, как бы стоимость будет коучинга для начала 1000 долларов. То есть это говорит о том, что если человек соглашается, да, что у него есть А, деньги, Б, понимание, что в свое развитие надо вкладывать эти деньги, что это профессия, ее надо изучать, на тебя будут тратить время и так далее, и так далее. Если этого понимания нет, то в принципе люди изначально обречены, нет смысла, если не заниматься, никакая стратегия не поможет, да. Поэтому ваши стартовые инвестиции, как я бы это видел, минимальный депозит, с которым можно попробовать поработать с Таймора, это там 2-3 тысячи долларов. Коучинг, который даст вам не эту только стратегию, а те стратегии, которые будут связаны с флетом, трендовые стратегии, флетовые стратегии и так далее. Ну и самое главное, поработаю с вами лично месяцок-другой. Вот. То есть идет доводка скорее тайморы под вас, чем вас под таймор, да? И, соответственно, такая вот ситуация. Окей, значит, данные мои есть Skype, я укажу его в описании к этому видео. Если вас это заинтересовало, пожалуйста, выходите на связь. Всего хорошо.